Чем занимаетесь, товарищи бойцы? Да вот по просьбе товарища подполковника сочиняем кроссворд ко дню ВДВ. Хотите что-нибудь разгадать? Ну, давайте, валяйте. У казака трясется, когда конь несется. Три буквы. Что такое? Несется, трясется. Во что? Что за пошлость? Я же сказал следить за языком. Три буквы. Чуб. Точно. А вы что подумали, товарищ прапорщик? Чуб я подумал. Сколько можно ответить? Ого, кроссворда. Кроссворд. А? Ты любишь кроссворд? Не, кроссовки не люблю, ноги потеют потом. Я тебе говорю кроссворд. Не знаю, не пробовал. Ага, вот слушай. Столица Франции. Так, Франция столица. И Эйфелева башня. Что? Эйфелева башня. Я слышал. Какой башня? Башня. Столица Франции — это Париж. А. Ну, ты слышал Париж, да? Умный. Париж. Так, река под Ростовом. Ну, это Дон. Дон. А? Пишем Дон. Так. Ага. Жако. 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 Аул. Чё? Аул. Это я знаю. Как аул? Тут здесь семь букв. Аул, Жако. Аул, три буквы, Жако, четыре буквы, семь букв. Где я, наш коряка? Тумак. Жако — это попугай. Понял? Попугай. Аул, попугай, что ли? Да я, наш коряка, вот так. Аул — это попугай. Это не может быть. Есть попугай, его зовут Жако. Жако. Есть другой попугай. Его зовут Ара. Ара. Армян попугай, да? Эй, нас крокотон. Не армян попугай, а африкан попугай. Африкан. Армяне там тоже живут, что ли? Эй, там негр попугай это. А. А есть еще другой попугай. Его зовут... Это как какаду. Как а что? Не как а что, а какаду. Это... А какачку нету? Есть еще шукун какой. Ой. Так, дальше слушай. Ага. Смотрим. Ага, приток Ака. Ака, Ака. Ака где Сибирь? Откуда я знаю Ака? Ну, это мы не знаем. Ага! Так, это мы должны знать с тобой, да? Смотри, да? Самец канарейка! Канарейки! Канареец! Не подходит канареец. Сам ты канареец, эй! А что тогда? А что может тогда быть? Ну... Самец канарейки – это Тумак, говори быстрее. Это самца нет канарейки. Как нет самца? Вот нет туда самец канарейки и самка канарейка. Сам самец и сам самка. Да, да, да. Вот смотри, вот смотри. Да. Вот, блин, ты посмотри. В Египте опять нашли мумию. Кого? Мумия нашли. Мумию. Да. Я в Египте лопаты так взяли, мумия. Сюда лопаты взяли, мумия. Там мумия, как картошка в Египте. Мумия — это Египет — самый древний народ на земле. Кто сказал тебе это? Что Египет — самый древний народ? Египет — самый древний народ. Извини меня, брат. А что, карачайцы не древний народ? Извини меня, в Хурзике яму выкопали. Яму. Ну. На 1000 метров. Ага. Вот когда они яму выкопали, там нашли что? Что? Шнур нашли. Какой шнур? Ну, телефонный провод нашли, медный. Вот. Это о чем говорит? О чем? Эй, брат, это говорит о том, что у карачаевцев... Ну. 1000 лет назад был телефон, говорит.
Так. Слушай, у нас недавно в Псаучитахе выкопали яму 2000 метров глубина. И там ничего не нашли. Это о чем говорит? О чем? Это говорит о том, что у черкасов 2000 лет назад был сотовый телефон. Поэтому сотовый телефон с кем они говорили? Что говоришь? Кто? С кем говорили они? С кем? С кем? С Карачайцем говорили они. Подожди. Давай, что не надо, не надо, не надо мне. Подожди. Не надо такой. Ваши 2000 лет назад у нас по лицензии выпускали и подделки делали. Это мы подделку делали? Ладно, хорошо, хорошо. Ты мне не говори такие вещи. Не надо, мы древнее. Кто? Подожди! Карачайцы древнее, да. Слушай сюда, слушай сюда. Древние черкасы, древние черкасы, завоевали древний Рим. Древний Греция. Древний Египет. Древнюю Америку завоевали. Да. Черкасы? Черкасы. А давай слушай меня тогда. А когда древний Одиссей 20 лет на родине не был на Итаке? Ну? А он где прятался от этого жены своей? Где? 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 На том же верхнем море прятался. Так, вот так. Все равно мы вас завоевали всех, даже до Индии дошли. Кто? Мы дошли до Индии. Вы что ли? Да. Подожди, подожди. Я не понял тебя. Интересно тоже хопай. Интересно. Подожди. На этой древней Индии мы жили. Вы туда не завоевали эту Индию? Мы туда не зашли, потому что вы там... Потому что мы там были. Мы там были, вы не зашли. Мы близко подошли к Индии. Но вы, ну да. Мы там были. Слушай сюда. А это Индия. Подожди, карачайцев. Индия от карачайцев. Я тебе докажу сейчас. Докажу. Так давай докажу. Докажи. Как докажу? Докажи. Вот давай возьмем вот сейчас это, как его... Поэтому вы индийские... Кефир вы любите, да? Правильно, любим, любим. Ну, докажи, индийские. Докажи. Докажу, сейчас докажу. Базара нет, докажу сейчас. Давай, докажи. Этот самый главный артист индийский. Это кто? 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 Радж Капуш. Ну, Капушев. Ну. Капушев. А. Вот. Давай, Амитбах, этот, Бача. Бачаев. Амитбах от этого. Амитбах Бачаев? Да, 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 да. Это Амитхон Чакраборти. Кто это? Кто? Он Чомаев. Чомаев. А что мне не надо здесь такие вещи говорить? Я тебе извини, парень. Нет, подожди, подожди. Слушай сюда. Слушай сюда. А Пьер Карден? Кто? Пьер Карден, мы дизель. Пьер Карденев. Подожди, а знаменитый холливудский режиссер Альфред Хичкок с Адыгеей. Кто он? Альфред Хичкок. Йо! Да. Кто? Молодцы. Подожди, есть еще певец это, Карл Готт. А, Чехословак, да? Да, Готов Карл. Подожди, подожди. Да. Готов? Да. Нашего Хусина Готова родной брат. Это мое. Да. Я валю. Хусина брат? Да. Я не знал. Вот Хусин Азаматович. А тот? Он скрывал это. Тот Карл Азаматович Готов. А, да. И еще отошли Гитлеру. Это ваш. Это не наш. Не надо мне. Гитлеров не надо мне. Это ваш. Не надо. Не надо мне такой. Это, Слушай, какая разница вообще? У меня рот устал уже. Кто древнее? Хватит себя в грудь бить, да? Кто древнее, не древнее? Давай не будем прошлым жить, Давай сейчас, вот сегодняшним днем жить. Да так взял, чтобы наши потомки говорили, наши древние предки про нас дружно, мирно жили. Это я древний, ты древний. Но, брат, успокойся. Я спокойный. Спокойно. Хорошо. Yeah. Вот карачаевцы и черкесы, будем считать, что они древнюю такую цивилизацию в один день начали. Да. Да, начали. Мы да. свою древность начали в один день. Согласен?
Согласен. Не утром, вы вечером.